Мне кажется, Бузова будет матерью-одиночкой. Ей даже бы другими фильмами. В смысле фильмами? Но они же написали, что это все пиар. Где? Я не видела. Они написали в Инстаграме то, что все их вот эти отдыхи в Таиланде, обнимашки, целовашки, это типа чистой воды пиар. Но мне кажется, нифига. Мне тоже кажется, нифига. Как думаешь, здесь роман зародился? Мне кажется, тогда она еще и замужем была. В смысле замужем? Она еще замужем была? Кто, Бузова? Да. Такая все песни, про кого она поет? Про бывшего мужа. Так они, у них дело все шло к да свадьбе. Да мало половин. Какой свадьбе? Она замужем была, потом с ним развелась. А на днях ее бывший муж женился на модели. Вообще-то у Бузовой есть поклонник, который ей дарит 33 розы. И букета роз? Да. 33 букета роз. Это 33 букета роз, типа, на день рождения? Ну, что типа, не, просто так, а этот роман из «Дома 2» ее ревнует. Который цветы подарил. Да. Нет, цветы другой дарил, а роман, он так пока какой он роман? Уехала, он целовался с кем-то на «Доме 2». Ольга приехала и говорит, в смысле, это что, это любовь? Как можно любить одну, а целоваться с другой? Легко. Не, ну посмотри. Давай, может, семечки поедим. Ну давай, слушай, ну мне кажется, все равно. Бузова, она. Вот ты знаешь, вот есть такая пословица, то, что вот самые веселые люди, самые грустные. Вот она везде. Она веселится, что-то постоянно делает. И мне кажется, она домой приходит и плачет. И даже Бадрудинов с ней из жалости. Да она постоянно плачет на всех интервью. Но... Это все пиар. А что ты мне семечек не достала? Извини. Как ты думаешь, может ли девушка давать парню второй шанс, как это сделала Селена? Ты продюсировала Селену? Да. Ну вообще может, но вот мне почему-то кажется, что все эти вторые шансы заканчиваются третьим, четвертым, пятым, а потом развод, как у Бузовой, и поехали. Он правильно мама говорила. Что, подожди, чья мама против их романа? Я не поняла, то ли Бибера, то ли Селены. Но какая вот разница? Знаешь, вот если бы я была мамой Селены, я бы свою дочку вообще затаскала просто. Что извините меня, такое? Девочка хорошая, умница, отличница, а этот какой-то, вон он в двух модели уже, извините меня, ты использовал. Я бы такого дочери своей не. Я бы своей дочери такого не пожелала. Это что вообще такое? Ну зато есть. Какая у него какая разница, какая у него репутация? И у нее будет такая же, небось потом и начнет какими-нибудь делами плохими заниматься. Зачем? Ужас вообще. А она красивая, умная, отличница. Я не знаю, она производит впечатление приятной девушки, а с Бибером она скатится. Вот. Мы посмотрим, я что на стороне ее мамы. Посмотрим. А Бибер что вообще? Куда? Она же старше его мамы, да? Да, старше, тем более. А ты знаешь, что Егор Крид пишет Белла Хадид? А Белла Хадид, она... Он английский знает? Да, оказывается, знает. Офигеть. Странно, что просто на английский, конечно, не поет. Ну вот, он пишет Белла Хадид. Мне кажется, Егор Крид не подходит Белла Хадид. У них нос и глаза не сочетаются. Конечно, они еще с разных стран, между прочим. А вот еще ни одного брака, наверное, счастливого не было с людьми и с разных стран. У них разный менталитет, мне кажется. А кого ты видишь рядом с Егором Кридом? Ну, в первую очередь себя. В очередь уже стала, да? Я в первую очередь, а потом идут кто там, ну кого там можно назвать? Ну, Алла Пугачева, ну вот эти все модели всероссийские, ну и так далее. Бабкина Надежда. Слушай, ну если она себе еще одну пластику сделает, то да, у них будут щеки одинаковые. Про щеки. Ты видел, какие у него щеки стали? Когда он начинал выступать, я про Егора Крида, он был вообще мальчик такой, худенький, спокойненький, накачанный чуть-чуть. Производил впечатление очень хорошее. Все девчонки влюблялись в него. И что ты думаешь? Ты видел сейчас? Король вот это вот. Не разговаривай. Вообще смотреть противно. Ой, кошмар. Я вот, если честно, уже Басову думаю, надо начинать голубые огоньки смотреть какие-то, потому не, что... Не, ну ты зря, короче, стала больше этих Егору Криду, нужно к дверью вставать. У него такая корона красивая, он весь из себя. Ну что, он же говорит, кому такая красота достанется? Так ему 50 лет. В смысле? Теперь ему 50. Ну видишь, сохранился как. Ты что, не хочешь так же до 50 сохраниться? Ну я буду как-то... Неизящно смотреть на фоне двери. Просто он такой, это,
экстравагантный. И он даже корону, мне кажется, своей не поделится. Новую купит. Зачем тебе его? Кто купит? Лерик купит? Да, он же такой богатый. Откуда у него деньги? Он же, что, он поет, и то она за свой счет же песни записывает. Кто их покупает, кто слушает песни Зверя? Вот скажи мне, он же живет наверняка? Вообще-то. Пой. Не ходи. Ну какую песню ты знаешь? Ради тебя. Провожать поезда навсегда. Слушай, я такую не знаю. Интересно. Слушай, может тоже за мной будет больше. Да? То есть ты, то есть я за Хридом в очереди, а ты за Зверевым? Да. У нас такие разные вкусы. Берегу. Видела Инстаграм дочки Тимати, Алисы? Видела. Но Инстаграм ведет ли бабушка его? Бабушка? Мне интересно, они рожали ребенка для бабушки, но лучше сами будут воспитывать. Подожди, а я вот иногда вижу то, что появляется у Тимати, как он там на лошадях скачет. Только на выходные. Кстати, ну и что, какая разница? Я своего папу тоже не часто вижу. Ну, как бы он работает, просто Тимати тоже, так как он деньги зарабатывает, как лучше понимать. Ну, точнее, вот Алена Шишкова. Как мне кажется, что они все будут в скором времени. Все-таки ребенок приближает. Я не знаю. Я тебе сейчас такую инфу расскажу. Давай. Короче. Павел Дуров встречается с Аленой Шишковой. Он везде на ее фотке. Я тебе отвечаю. Я сама когда видела. Да, да, да. Потому что я специально даже гуглила. Он с ней катался на серфе. Они когда снимали какой-то там дом на Мальдивах. Я не знаю, где-то это было. И она, короче, не показывает его нигде. Потом он был у нее на день рождения в Париже. Они там стояли такой кучкой людей. И он такой сзади стоял за Аленой. И я такая думаю, все, они точно вместе. И я вот постоянно иногда вот так смотрю, в истории периодически он где-то появляется. Я тебе отвечаю, они вместе. Мне кажется, что скоро второго нужно дать ребенка. Он все-таки заделает. И опять не будет. Какой? Ну, ты у Дурова вообще времени нет. Он же собирается биткоин какой-то там новый открывать. Что-то такое. Ой, я в этом курсе валютах не разбираюсь. А кто тебе нравится из американских звезд? Ну, кроме Бибера, конечно. И то он, наверное, сладенький, да? Бибер для тебя. Да, слишком. Я не знаю. Я люблю парней постарше, например. А тебе нравится Эдвард Каллен из «Сумерек»? Нет, я не смотрела. Мне с тобой не о чем разговаривать. Ты видела, что...